Последнее место Ashinarey X-Trail 250. На первый взгляд, хорошее сочетание цены и туристических дополнений, наличие которых, к сожалению, слегка ослабили качество мотоцикла. Больше поломок, чем у Lonson, Lifan и даже чем у 6C. Как у многих китайцев, беспокоит задний регулируемый моноамортизатор без прогрессии, иногда вилка пробивает, беспокоит ролик натяжения цепи. Заметные доработки обновленного X-Trail 2021 года – мотор серии 172 FMM с реальным объемом 249 кубов, мощностью 19,8 кобыл, воздушка, как и ранее. Подправили КПП шестерни и демпферные пружины корзины сцепления. Несмотря на LED-лампу, свет так же хил, как у большинства китайцев. Высота по седлу – 830, вес – 131, но в сравнении с 6C диаметр колес и ход подвески X-Trail заметно меньше. Жаль, нет защитных дуг, но при падении благодаря багажнику стоковым дугом и рулю можно избежать стертого об асфальт голеностопа. Расход около 3,8, максималка 115. Слабовато для дальних дорог, лучше поменять звезды. Несмотря на деловитый гусиный вид, мелкие колеса, малые хода подвески вынуждены обделить ваши эндуро ожидания, ограничив дальняки лесных маршрутов, дать просраться дубася оврагами вдали от гаражного кооператива не выйдет. Лучший дальняк для X-Trail 250 – добрая, гладкая как шелк, украинская дорога, шептающим сны месяцам, преданно вырывающая из них, чтобы когда-то зайти на мой канал. Пока, друзья!